Таки приятно возвращаться в детство, да, к VHS, к DVD, к любимым фильмам 80-х. И этот фильм один из любимых. Этот фильм, с этого фильма и началось мое знакомство с этим удивительным миром фантастики, боевиков, триллеров, вообще фильмов. Это легендарный Терминатор Джеймса Кэмерона. Я просто хлопаю стоя и не перестаю удивляться и восхищаться этим сюжетом, этой игрой актеров, этой полноценной динамикой. Твое будущее в его руках. Это лучший из лучших фильмов. Это 10 из 10. Это Джеймс Кэмерон. Это Терминатор. Арнольд Шварценеггер, Майкл Бин, Линда Хэмилтон. Еще молодая, сексапильная, да и вообще она красивая женщина. Пол Уинфилд, Лэнс Хенкерсон, Рик Оросович, Бис Мота, Арл Бен и другие. Бюджет был 6 миллионов 400 тысяч долларов. Сборы США 38 миллионов. Сборы в мире 78 миллионов. Зрителей в Америке только посмотрело 11 миллионов. Премьера в мире состоялась 26 октября 1984 года. Релиз на DVD 1 марта 2005 от GameFilm. Релиз на Blu-ray был в 2012 году 4 октября от 20 Fox СНГ. Фильм просто пролетает. Час 48. Ты даже не заметишь, как он пролетит. И у фильма, конечно же, есть продолжение. Вторая, третья, четвертая, пятая, Честно скажу, вот для меня есть первый Терминатор и второй. Больше я не вижу продолжения. Я бы и не хотел трилогии. Я хотел бы, чтобы на второй части и закончили. Ну правда, ну зачем было создавать третью, четвертую, пятую, шестую часть? Но это уже отдельный обзор. Я обязательно сделаю обзоры на все эти фильмы. История противостояния солдата Кайла Риза и киборга-терминатора, прибывших в 1984 год. Из постапокалиптического будущего, где миром правят машины-убийцы, а человечество находится на грани вымирания. Цель киборга – убить девушку по имени Сара Коннор, чей еще нерожденный сын к 2029 году выиграет войну человечества с машинами. Цель Риза – спасти Сару и остановить Терминатора любой ценой. Любой ценой. Это 10. Это 10 из 10. Это Терминатор, и здесь слова не нужны, ребята. Это легенда. Это золотой фильм. Просто золотой. А где же Оскар? Ему нужен срочно Оскар, и не один. Браво, Джеймс Кэмерон. Браво. Друзья мои, ставьте десятки, ставьте лайки или дизлайки, подписывайтесь на канал, помогайте на развитие монеткой и смотрите этот легендарный, шикарный фильм. И не забывайте, друзья мои, твое будущее в его руках. И это должен знать каждый, просыпавшись утром, смотря на себя в зеркало. Твоего будущего может и не быть. Все зависит только от тебя. Не забывай, что твое будущее в его руках. Об этом говорил злобный герой Арнольда Шварценеггера, киборг-терминатор.
все, друзья. Adios.